Сколько раз вы участвовали в тестировании игр? Задумывались ли вы над тем, что именно вы можете влиять на ход разработки продукта? Что именно ваше мнение действительно имеет вес? И что именно к вам могут прислушаться разработчики? Вы буквально становитесь одним из ведущих участников разработки. Сегодня я хочу пригласить вас в нашу скромную команду, которая состоит из пары человек. С вами Artline Studio. Каждый из вас сможет примерить на себе роль альфа-тестера. В течение месяца наша игра, которую мы сейчас разрабатываем и которая заняла достаточно высокое место на геймджеме, будет доступна именно вам. Если вы еще не слышали об этой игре, то у нас совместно с Аканом есть серия роликов про этот проект, начиная с того момента, как мы приняли участие в джеме и заканчивая последним девлогом. Для вашего удобства мы оптимизировали игру под различные операционные системы и выложили ее на различные сервисы. Вы можете поиграть с компьютера прямо в браузере на сайте itch.io или же скачать все доступные версии с этого же ресурса. Если вы не сторонник этого сайта, тогда для вас мы выложили игру на различные популярные облачные сервера. Все ссылки для скачивания будут в описании под роликом. Свой голос, свои предложения и свою критику вы можете оставить в наших социальных сетях, у меня или у Акана. Каждый голос важен, поэтому прошу, после того, как вы поиграете, напишите немного о том, что вы чувствовали во время прохождения, что вам понравилось, а что наоборот вызвало негодование. Помните, что именно от вас зависит будущее проекта. Но, если вы не хотите быть тестером, вы также можете принести пользу проекту. Просто поставьте лайк и помогите распространить ролик. Чем больше людей увидят видео, тем больше отзывов мы получим и, соответственно, тем более качественный продукт мы создадим в конечном итоге. Помимо анонса альфа-тестирования Reflection, у меня в запасе имеется еще одна новость. В этом месяце наша команда участвует в большом геймджеме, в котором призовой фонд составляет $1000. 30 дней будет идти джем, ровно столько, сколько будет идти альфа-тестирование. Мы надеемся, что за это время наберется достаточное количество ваших отзывов, чтобы сформулировать мнение о том, что движемся ли мы в правильном потоке разработки. Все актуальные новости, связанные с джемом, тестированием и жизнью канала, выходят в группе ВК. С вами был Artline Studio.